Всевышний Аллах, сотворивший все сущее на земле, наделил каждое живое существо в природе совершеннейшими характерными особенностями в зависимости от среды обитания. Каждое живое существо с самого рождения использует эти характерные особенности для самозащиты или охоты. Некоторые из них маскируются, используя хитроумные техники камуфляжа или перевоплощения, словно настоящие актеры на сцене жизни. В этом фильме вы станете свидетелями уникальных, поразительных талантов обитателей животного мира, удивитесь безграничной мудрости и эстетике Всевышнего Создателя. Камуфляж является одной из непременных тактик военного искусства. Это очень важно для незаметного нападения на врага или для собственной маскировки. Тактика камуфляжа требует тщательной подготовки и тонкого знания психологии врага. Интересно, что камуфляж используется не только разумными людьми, но и животными. Живые существа, использующие искусство камуфляжа, сотворены в высшей степени гармонично со средой обитания, так что их телосложение, окраска и рисунок обеспечивают им непревзойденную защиту. Тела некоторых живых существ настолько гармоничны со средой обитания, что отличить их от окружающей среды практически невозможно. Паук – точь-в-точь повторяющий окраску цветка, на котором он живет. Змея, застывшая в неподвижности, словно ветка дерева. Насекомое, крылья которого нельзя отличить от высохшего листа. Лягушка, принимающая цвет и форму окружающей ее зелени. Вот лишь несколько уникальных примеров камуфляжа в природе. Очевидно, что эти хитроумные техники камуфляжа были специально сотворены для защиты этих маленьких созданий. Окраска и рисунок некоторых животных в точности повторяют доминирующие цвета среды обитания или растительного покрова. Например, жертве очень сложно заметить тигра, спрятавшегося в пожелтевшей траве. Царственные львы также сливаются с тонами степей, где они обитают. Это позволяет им легко маскироваться в сухой траве, приближаясь вплотную к жертве в своем великолепном камуфляжном костюме. Гепард, благодаря природному камуфляжу, всегда неожиданно и метко атакует, ибо жертва замечает его уже слишком поздно. Некоторые из наших действующих лиц, неповторимых мастеров камуфляжа, живут в вечной мерзлоте, вблизи полюсов. Мы познакомимся с этими талантливыми существами, обитающими в столь суровых климатических условиях. Дело было осенью. Скалистая местность, покрытая снегом. Здесь притаились две полярные птицы. Вы видите их? Вот они. Они почти совсем незаметны, ибо их оперение удивительным образом повторяет вид окружающей среды.
А теперь вглядимся внимательнее. Белое оперение птицы словно снежный покров. Кроме того, обратите внимание, темные контуры земли, виднеющиеся сквозь снежный покров, в точности повторяются и на оперении этих милых птиц. Одеяние птицы настолько гармонично сливается с окраской и формами земли, что отличить ее почти невозможно. Но прошло время. Настала зима. Все покрыто снегом. И с нашей знакомой происходят феноменальные изменения. Темное оперение полностью исчезает, и на ней появляется новый белоснежный наряд. И вновь ее почти невозможно отличить на снегу. Пожалуй, птица и сама не ведает об этом, что она вновь великолепно замаскирована. Лишь только черный пушок вокруг ее глаз придает ей контраста и защищает от ослепления солнечными лучами, отражающимися от чистейшего снега. Но вот настала весна. Снег потихоньку тает. На оттаившей земле стала появляться первая зелень, и тотчас же в оперении полярной птицы появляются новые перья, точь-в-точь повторяющие оттенки молодой травы. Незаметно подошло лето. Снег совсем растаял, а зелень вовсю распустила свою красу. Наша полярная птица вновь проявляет чудеса камуфляжа. Обратите внимание, она вновь принарядилась, и теперь ее тело покрыто оперением, похожим на растительный покров. И опять ее не отличить в траве. Весь этот феноменальный камуфляж, несомненно, требует пояснения. Ведь столь многочисленные изменения цветов